Come on. Вот овцы, вот лошади. Вот они все знаки зодиака, которые идут здесь. Их 12 штук здесь. Семен Борисович, бегу, бегу, бегу. Вот, сфоткать на нас. Мы-то не сфотографировали. Самое главное. Да. Зимой минус 40, летом плюс 40. Именно такой, что центр разницы. И вот именно, вот видите, они туда, там у них как этот находится, как храмик небольшой, они оттуда бегут. Вот через этот, видите? Мне вернулись 50. Это Сахаров. Добрый. Очень красиво. Ой. Если мы хотим кого-то встретить щедро от души, на крыльце того встречаем с белым пышным караваем. На подносе расписном с белоснежным рушником, а еще вам соль подносим и поотведывать попросим. Мы попробовали, положили и сразу взяли. Отсюда, да, как раз держит. Да, попробуй сейчас. Сейчас мы хватит. Все отлично. Все, спасибо большое. С большим удовольствием мы здесь, в центре Азии, в Сибири. Это для нас большая честь. Участвовать в этих международных играх, потому что мы будем приобрести навык и умения. И очень хорошо, потому что тоже мы будем будет взаимодействие между Россией и Казахстаном. Для нас очень прекрасно. И я думаю, что наши товарищи, мы, наша команда будет очень довольна и будем сделать все для того, чтобы мы тоже выиграли. И вы знаете, что Ангола – это страна, которая находится в юго-западной Африке. Мы не боимся этого самого холода. Хотя наша страна, там настоящее лето. Спасибо. Но прекрасно. Были очень замечательно. И это будет в нашей памяти навсегда. Ну а в Сибири вы первый раз? Первый раз. Спасибо. Спасибо вам. Мы военнослужащие из Республики Таджикистан. Как вы знаете, Республика Таджикистан тоже считается Средней Азией. И мы находимся в центре Азии. Также настроение у команды спортивное. И все готовы соревнования. Я сегодня встретили
на высшем уровне, очень хорошо, всем понравилось. Хочу выразить огромную благодарность за организацию встречи. Ну, морозы сибирские, да, холодно, холодновато, ну, справимся.